Откроет второе отделение нашего фестивального вечера сцена и дуэт Марины Мнишек и Самозванца из оперы Мусоргского «Борис Годунов». Симфонический оркестр филармонии, дирижер Михаил Щербаков и гости программы, солистка Московского театра «Новая опера» имени Евгения Колобова Юлия Минибаева и солист Большого театра, заслуженный артист России Роман Муравицкий. Thank you.
Послушаем мы!